Значит, сегодня, несмотря на праздник, бригада распредцветей Керченского РЭСа работает. Мы хотим сделать подарок жителям улицы, вот одной из кооперативов «Портовик». Ну, мы специально совместили введение в работу новой линии 0,4 кВт, выполнили согласно наших договоров о присоединении, чтобы люди были не на работе, дома. Перерыва электроснабжения у них нет. Они ранее с нами заключили договора. «Портовик», садовое общество, одно из первых перешло на абонентское обслуживание «Кременерго». И жителей не устраивала та разрешенная мощность, которая была наделена каждому члену или на каждый участок в связи с тем, что мощность «Портовика» была незначительной. В течение последнего года мы установили на этот весь массив 4 трансформаторных подстанции, то есть сняли напряженность с низким, вопрос низкого напряжения, который здесь был. И сейчас поэтапно строим линии 0,4 кВт. Здесь было, почему именно эта улица выбрана, большее число, все абоненты попросили увеличение мощности. Заключили договора о присоединении, заплатили по 550 рублей, сначала, согласно 861 постановлению, и получили вместо 1-2 кВт 0,36, получили от 5 до 15 кВт разрешенной мощности. То есть для этих участков вполне нормально. Выполнена была проектная документация. Сначала мы установили КТП, подключили старые линии, которые были. А сейчас смонтировали новую линию с самонесущим изолированным проводом. Такой наш подарок жителям этой улицы.